На первой летней смене во Всероссийском детском центре «Смена» стартовало сразу 7 тематических смен. У каждой смены своя образовательная программа. Ежедневно для мальчишек и девчонок проходят лекции, тренинги, мастер-классы. В лагере «Ван Кэмп» работает 6 кафедр – видеография, хореография, вокал, актерское мастерство, английский язык и спортивное направление. Занятия ведут настоящие профессионалы. На кафедре «Видеография» ребята знакомятся с профессиями средств массовой информации. Сегодня сменовцы узнают о профессии монтажера. Что такое монтажные фразы, монтаж по цвету и свету. Утро, вечер, разное солнце, разный свет, разный цвет. То есть у нас, в принципе, в кадре не должно быть. На кафедре английского языка ребята могут улучшить свои знания и научиться лучше говорить на этом иностранном языке. Упражнения на внимание, воображение, пластику, чувство партнера. Каждый день на кафедре актерского мастерства мальчишек и девчонок ожидают новые открытия. Работа над ролью – это не так просто, как хотелось бы. Это работа в команде в первую очередь. Это нужно понять, что команда в актерском, да не только в актерском, вообще решающую роль играет на сцене на самом деле. Но что судят в целом о зрелище. Да? Если команда не сработанная, всю эту энергию чувствует зритель, что там недоработка, там недоработка. То есть моя задача как бы дать понять, насколько это важно, и, собственно говоря, попробовать научить детей работе в команде. На направлении хореография мальчишки и девчонки разучивают разные танцевальные направления. На отчетном концерте ребята представят итоговый постановочный танец. Моя личная цель – это не только поставить танец, чтобы дети выучили там какие-то движения, которые не факт, что им пригодятся. Моя цель – именно растанцевать их, да, то, чтобы дети были танцующие, чтобы занимались и импровизацией, и не только постановками, чтобы они хотели танцевать, то есть были заинтересованы танцем. Очень хорошо преподают, очень интересно, трудно, но мы стараемся очень сильно. Мне хочется танцевать очень много. Я очень давным-давно растягивалась, и мне тоже очень захотелось танцевать. Правильно распеться, чтобы не навредить голосовым связкам. С легкого распевания для ребят начинается занятие по вокалу. После разминки мальчишки и девчонки начинают свои выступления. Анастасия Лобачева из Москвы несколько лет занимается вокальной студией и выступает на концертах. Мечта Насти – петь на большой сцене. Я всегда удивлялась, как люди могут дарить позитив другим людям, голос и все вот это вот. Меня это всегда очень воодушевляло, и я всегда хотела стать такими же, как они. На спортивном направлении ребята активно занимаются спортом. Сегодня сменовцев ждал неожиданный сюрприз – катание на сегвеях. Встали, вот вперед наклоняемся, он едет вперед, да? Чтобы остановиться или поехать назад, ну, на себя потянуть ручку. Поворачивать, вот он. Влево, да? И влево то же самое. Перед тем, как встать на сегвей, ребята обязательно надевают специальную защиту. На дорожке необходимо не просто прокатиться, но и преодолеть препятствия. Многие ребята впервые катались на сегвеях, поэтому мероприятие подарило незабываемые эмоции. Круто вообще, но я вообще с детства мечтала о такой штуке вообще покататься, давно, еще с маленького детства. И тут как раз, представилась такая возможность, мне очень понравилось. Впечатление просто разрывает меня, просто надо всем попробовать. Просто вот катаешься, вот на самом деле думаешь просто, а вот как встаешь, вот думаешь, сейчас упадешь, но вот резко вот тормозишь, и вот тебя назад вот... Не знаю, как писать это, но хочу, чтобы все попробовали на этом, как прокатились.